Построение справедливого Казахстана только начинается. Впереди тернистый путь. Этот курс незыблемый будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера. Безделью и саботажем места не будет. Мы не свернем с намеченного пути. Сегодня президент определил курс и принципы дальнейшего развития страны. Начнем с того, что президент объявил о внеочередных президентских выборах. Они пройдут уже этой осенью. Отметим, срок полномочий главы государства истекает летом 2024 года. Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов пойти на досрочные президентские выборы, потому что для него интересы государства превыше всего. Для успешной реализации реформ требуется новый мандат доверия народа. Также глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить президентский мандат одним сроком в 7 лет без права переизбрания. На чем базируется эта инициатива? С одной стороны, 7 лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой – ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. В определяющем дальнейшее развитие страны документе затронуто множество важных моментов. Касым-Жомарт Токаев объявил разовую амнистию для участников январских событий, которые не совершали серьезных преступлений. Государство уже смягчило наказание для тех участников январских событий, которые не совершили серьезных преступлений. Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса, поэтому я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти. Под амнистию не подпадут и лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки. Без адамгершілік таныта отырып, осы қайғылы оқиғадан тиісті қорытынды жасаймыз. Особое внимание в послании уделено актуальному и для нашего региона водному вопросу. Поручено активизировать работу водного совета при правительстве, подготовить трехлетний проект развития водной отрасли. Главой государства также был представлен ряд кардинальных перемен в социальной сфере. План компенсионного возраста для женщин до 2028 года будет зафиксирован на уровне 61 года. Уровень минимальной заработной платы будет повышен с 60 до 70 тысяч тенге. Пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться до 1,5 лет. В Республике Казахстан незаконно заработанные средства коррупционеров будут направлены на строительство школ. При президенте Республики Казахстан создадут институт омбудсмена по правам инвалидов. Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною года детей дать старт принципиально новой программе «Национальный фонд детям». Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года. Глава государства призвал сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов. Вместе строить справедливый Казахстан. Впереди тернистый путь, но курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах, подчеркнул президент. Самат Баймаханов, Аслан Музарапов, телеканал Кызылорда.